Hot News. Врачи отказались спасать умирающего Васильева. Температура была больше 40. С трудом ходил. Врачи сказали, что лучше умирать дома, в собственной спальне, минус поведал историк моды. Это произошло 20 лет назад. Васильев согласился с медиками и отправился домой. Как только пришел, начал обзванивать друзей, прощаться. И вот одна моя знакомая француженка говорит, что болезнь излечима. Она посоветовала есть суп с луком-порей в течение недели, минус рассказал телеведущий. Народная медицина помогла Александру. В результате, уже через день температура спала, а самочувствие значительно улучшилось, минус заявил он. После болезни Васильев стал бережнее относиться к своему здоровью, и гораздо серьезнее воспринимает народную медицину. Кроме того, историк моды следит за фигурой. Не ем жирное, соленое. Стараюсь ложиться спать голодным, не наедаться на ночь. К тому же, не потребляю мучное. Мне кажется, результат заметен, поддерживать форму удается. Минус поделился секретами телеведущий. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки.